У выпускников факультета среднего профессионального образования ИРНИТУ повышается шанс найти хорошую и престижную работу. ВУЗ получил статус центра проведения демонстрационных экзаменов. Три площадки аккредитованы по трем компетенциям – геодезия, инженерные дизайны, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Все специальности входят в топ-50 престижных и востребованных в России. Демонстрационный экзамен – это, по сути, аттестация студентов СПО на моделях реального производственного процесса. И эта аттестация проводится внешними сертифицированными по стандартам WorldSkills экспертами. Цель, она первостепенно оценить качество подготовки наших студентов. Нам очень важно понять, как внешние эксперты оценят подготовку наших студентов. Оснащение оборудования должно соответствовать инфраструктурным листам, которые составляются по международным стандартам, которые задания, которые используются при проведении национальных чемпионатов молодые профессионалы WorldSkills Россия, на основании вот этих заданий формируются задания демонстрационного экзамена, то есть абсолютно все студенты должны уметь выполнять и иметь практические навыки, которые соответствуют международным стандартам WorldSkills. К работе на этих трех площадках ВУЗ практически был готов еще до подачи заявки на аккредитацию. Его ребята выставлялись на региональных чемпионатах молодых профессионалов и показали приличные результаты, заняв несколько призовых мест. Открывать по всем компетенциям, их на факультете больше десятка, пока нужды нет. В регионе есть и другие площадки. Сетевое взаимодействие с образовательными организациями позволит нам привлекать к себе на те площадки, которые кредитуем мы, и на условиях договоренностей, договоров о сетевом взаимодействии, участвовать в других компетенциях на площадках образовательных организаций Иркутска. Прохождение итоговой аттестации, да и промежуточной не в меньшей степени, дает существенные преимущества выпускнику факультета СПО ИРНИТУ. Шансы обратить на себя внимание работодателя и получить престижное рабочее место значительно увеличиваются. Студент, участвуя в демонстрационном экзамене, попадает в базу вот этого союза молодые профессионалы WorldSkills, в электронную базу, и там по окончании экзамена, по результатам этого экзамена, он получает оценку и паспорт Skills, паспорт компетенции. Он электронный, он остается в его профиле. Этот профиль доступен работодателям. Университетская практика показывает, что ребята, знакомые со стандартами WorldSkills, как правило, трудоустраиваются без проблем, либо продолжают обучение в институтах университета с отличными показателями.